акварель, измайловский крем. Чудесный день. Что можно сказать? Даже не знаю. В конце концов, если есть вопросы, можете мне их задать. Если вопросы короткие и простые, ну что ж, отвечу. Если вопросы более сложные, более так индивидуальные, то отвечу через, как я говорю, через мессенджер мобильного Сбербанка в ответ на ваш донат. Короткие вопросы задавайте, я всегда отвечу, если действительно это несколько слов. А если потребуется долгое время, ну что ж, это, как говорится, в отдельном месте за отдельные деньги, извините. Рисую я бесплатно, а отдаю работы, если кто-то их хочет сильно забрать. Да, пожалуй, даже и не отдаю. Стараюсь не отдавать. А вот преподаю я и делюсь секретами, тут уже это уже не искусство, это уже бизнес. Это уже работа. Прошу это учесть. Поэтому я почти сократил сейчас видео с уроками, хотя они как раз и приобрели у меня, по-моему, наибольшую популярность на канале. Но так получилось, что YouTube сейчас как-то теряет для российского пользователя определенное удобство, скажем так, да? Наверняка сократится количество, но я не могу сокращать здесь свое пребывание. Здесь у меня максимальное число подписчиков, здесь у меня максимальное число внимания по сравнению с соцсетями, с другими. Но в YouTube есть ведь и свои недостатки, минусы. Здесь нельзя делать короткие репортажи из-за фото, видео, зарисовки, как это у меня и идет основным моим, так сказать, основной темой моей работы. А именно из-за фото, видео, текстовые зарисовки. Для них, пожалуй, для таких на сегодняшний день, я, насколько понял, больше всего и лучше всего подходит система публикации и редактирования в Одноклассниках, как это ни странно. Даже в ВКонтакте, там более корявая, такое менее функциональная возможность верстки публикаций. А Одноклассники, там максимальное удобство, и, видимо, я буду все-таки полные свои репортажи давать в Одноклассниках. Я тут недавно делал анонс про Телеграм. Телеграм тоже позволяет публиковать одновременно и рисунки, и фотографии, и видео, и тексты, и голос. Позволяет. И сейчас у меня вот выбор между Телеграмом и Одноклассниками. Но в Одноклассниках есть другое удобство. Там все фото, видео можно располагать по темам. Там более систематизированная, структурированная навигация. Ну и потом Одноклассники, в конце концов, более развитый соцсеть, более развитая. Телеграм еще пока у нас для многих новинка, да и для меня тоже. Мне в Телеграме как-то чего-то постоянно не хватает. Ну, есть там и удобства и так далее. Ладно, речь не об этом, а речь о том, что вот сегодня я делаю, да? Ну да, чистая почти акварель, но не совсем чистая. Я применяю свой любимый инструмент Resfeder. Я, наверное, о нем уже не раз рассказывал, все его видели. И да, и я сочетаю как раз тем самым. Вот это главный мой принцип, главный мой творческий, так сказать, поиск и попытки, находки и так далее. Это в соединении живой линии с живым пятном. Вот поймите меня.
Я за честность. Честность – это когда живое. Когда мертвое что-то, засушенное и схематизированное, то это не живое. Вот система рисования контура, а потом его раскраски для меня уже не искусство. Для меня. Ну, пусть со мной спорит, не спорит, но у меня есть свое мнение. Искусство, оно искреннее. Вот тут как раз сегодня об этом мы дальше и будем говорить с моими зрителями. А я пока предваряю все это. Ну, для кого-то кажется искусством, извините за выражение, ковыряние в носу. Ну, вот есть какие-то спорт, вид спорта там, кто кого переплюнет, там, есть еще что-то. Мне часто говорят, ну да, ну, те, кто хочет примазаться к искусству, говорят, ну да, можно ведь искусством считать там и что-то еще, там, вышивание крестиком искусства. Нет, идет путаница двух слов. И об этом я дальше тоже буду говорить. В терминологии. И очень многие путают искусно и искусство. Понимаете? Уже даже само слово, как вы видите, оно состоит из разных частей. Это искусство, ну, искусствой, искустворчество, искусствоворство и так далее. Можно придумывать достаточно интересные такие вот словоформы. Пусть на меня кивают ехидно яйцеголовые энциклопедисты и филологи, но я свою вот эту вот попытку понимать явление через слова называю народной филологией. Я вот как слышу, так и трактую. Хотя мне кто-то говорит, что рисунок – это не русское слово, потому что оно происходит от слова там «райшан», немецкого. Да, еще надо разобраться, честно говоря. Какое? То ли «райшан» происходит от рисунка, то ли рисунок происходит от «райшан». Ну, так или менее, так или иначе, все-таки я согласен, что большинство русских слов, они, конечно, пришли из других языков. И русский язык – великий синтетический язык, действительно. Но в этом его сила, в этом его живучесть, да, то, что он вбирает, вбирает и вбирает. Это, в общем-то, русский, да, русская нация, русская культура, русский мир, русский дух. Это и есть попытка объединить многие культуры и как бы их слить в одно. Ну и ведущим здесь выступает, естественно, русский язык. А он существует. Хотя вот недруги всякие с окраины говорят, что русский, он вообще как бы, он вообще весь состоит из нерусских слов. Но ведь да, это почти так. Вы загляните в словарь русского языка, кстати говоря, русского словаря языка, а там у каждого слова есть обязательно при, там, в скобочках, из латыни, из греческого и так далее, и так далее. Ну, что делать? Да, кстати, на букву «А», если вы обратите внимание, вот откройте словарь на букву «А» русского языка, и вы там не найдете практически ни одного слова, которое бы был без этих самых скобочек. Все слова откуда? Там несколько слов. Вот, насколько я знаю, их там два только, те, которые вот имеют чисто русское, как бы, ну, может быть, славянское происхождение. Это слово «ась» и «авось». Все остальные на «а» – это из греческого, из латыни, из тюркского, из немецкого, из английского, из французского. Ну, как-то так. Можете уточнить, может быть, я ошибаюсь. Ну, дело-то не в этом. Дело в том, что вот когда ты начинаешь от языка идти, от того, как ты его слышишь, и не выставлять эти первенства, вот что, мол, кто-то говорит, что искусство там происходит еще то. Ну, если я же знаю все это, что там искусство происходит от каких-то там чуть ли не польских корней. А почему польские вдруг оказались первичные, а там наши вторичные? Ну, это
вопрос, по-моему, бесконечный. Это вопрос не столько науки, сколько веры. Если веришь, что русский был праязыком, ну вот и будешь все слова немецкие и английские производить из русского якобы. А если веришь, что русские вторичны, ну тогда ты в любом русском слове найдешь английские корни, скажем так. И речь не об этом. Речь о том, как мы это слышим. Вот я об этом и говорю. Вот если я слышу в слове искусство корень искус, то меня никто не переубедит, что это польское какое-то или еще какое-то слово, которое обозначает что-то совсем другое. Вот для меня искус он и есть. Что от чего произошло еще, тоже надо разобраться. То ли искусство от искуса, то ли искус от искусства. Ну, не будем сейчас в это вдаваться. Я это говорю к тому, что сегодня об этом примерно мы и разговаривали. Это будет дальше, в другой, во второй, скажем так, половине этого сюжета. Это вообще первая часть, но во второй половине, то есть дальше. Сразу скажу, что этот рисунок я не успел доделать и отложил. Не знаю, буду ли доделывать, нет ли. Ну, надо бы, не мешало бы. Так вот, мы говорили об этом, и вы, наверное, обнаруживаете, что мне всегда интереснее говорить об этом, нежели о том, каким инструментом я рисую там, и так далее. И вот сегодня был великолепный разговор у меня с двумя великолепными собеседницами, женщинами. Ну, просто я наслаждался, и они остались очень довольны. И еще кто-то подходил, и слава Богу. Мы наконец-то говорили более-менее на одном языке. И не было дурацких вопросов там, да. Не художник ли я там и так далее. Не было вопросов там, ха-ха, какой кисточкой я рисую и так далее. Мы говорили о высоком, о большом, о серьезном, да. Нет-нет, там где-то был какой-то пацан, подошел, как обычно, спросил. Ой, говорит, как красиво. А картинка, кстати говоря, стояла, акварель лежит, там вода, там все. Ну, понятно, что человек сидит, это художник, да? Тем не менее, он совершенно искренне меня спрашивает, а это вы рисовали? Сначала сказал, ой, как красиво, как классно все сделано, да? А потом поворачивается, говорит, а это вы рисовали? Ну, я не знаю, что это, недоумение, как это так, вот, да, вот тут на глазах. Чудо произошло, да? Но все равно же вопрос глупый. Вот сидит художник, рисует, ко мне подходит, это вы рисуете? Ну, я ему там и ответил, они потом хохотали. Я говорю, нет, не я. Ну, на полном серьезе я ему так серьезно ответил. Говорю, нет, не я рисовал. Я говорю, он типа, а кто? Я говорю, да он пьяный художник, говорю, в кустах валяется, а я, говорю, стерегу тут сижу. Ну, они только тогда поняли там шутку юмора. А вот. Ну, ладно. И сегодня мы так интересно в конце поговорили. Правда, я, конечно, повторяюсь уже. Для тех, кто смотрит мои ролики часто, меня, конечно, это сильно смущает, что, ну, конечно, я все свои постулаты повторяю. Но, видимо, на то они и есть постулаты и догматы. Догматы моей веры, можно так сказать. Или основы моей парадигмы. Вы знаете, ну, я не претендую на первооткрывателя, но, тем не менее, я вот сумел сформулировать для себя логическую схему, там, да, систему, которая не только ставит мою голову, да, и мозги на место, и понимание вообще, как бы, ну, красоты, скажем так, да. Вот это общее понятие красота, но вот для меня красота имеет очень точные критерии. И слава Богу, иначе бы я метался. Я же вижу, как мучаются люди, которые вот не могут это сформулировать. И это вот через искусство, через вот гармонию искусства мы выходим, в конце концов, в космос или к Богу, куда угодно. То есть вот этот вот путь, если он правильный, он приведет правильно и к понятию Бога, Богу он приведет правильно и к понятию природы, и к понятию духовному, и к понятию материальному. Все расставлено на своих местах. За счет чего? За счет искусства.
Вот искусство мне дало это понимание. Вот главное его вот сверхроль такая в моей жизни. И я когда делюсь этим с людьми, они вдруг тоже, у них глаза открываются. Это мне признаются буквально все. Буквально, вот сегодня вы это услышите. Говорят люди, да, теперь мы поняли. Спасибо, вы так коротко и быстро нам все объяснили. Ну и слава Богу. Ладно, вот о том я сейчас говорю или не о том? Или надо было рассказывать, вот какой карандашик я сейчас вытаскиваю там, да, из этого, из коробочки, какая у меня коробочка, да, и где она куплена? Да какая ерунда. Ой, ну ладно. Если хотите, можем об этом поговорить отдельно. А сейчас я вот тут порисую, если еще время осталось какое-то, я это ускоренно покажу. А дальше будет мой разговор с подошедшими зрителями. Если мы, ну, зрителями их назвать нельзя, это были, ну, такие нормальные собеседники, с которыми мне было очень интересно разговаривать. Ну, а интересно ли это слушать тем, кто меня много смотрел и слушал? Ну, извините. Давайте мне темы, может быть, какие-то. Я буду по ходу рисования вам отвечать тоже. Но тема только интересная, ладно? Ну, а пока что люди подходят новые, а мысли-то у меня как бы не то чтобы старые, а мысли-то у меня устоявшиеся. И со всеми людьми я об этом говорю. И невольно я это... Получается, так получается, я это называю проповеди, но так оно и есть. Это духовные проповеди, и не смейтесь, пожалуйста, надо мной. И я именно к этому отношусь, как к служению какому-то. Ну, в данном случае, да, своей вере. Что сказать, как вот сейчас уже поверх, я записываю голос поверх, позже, вечером. И даже я не знаю, сейчас мне рассказывать ты неохота, почему я провожу эту линию, почему эту провожу. Это как дело второе в данном случае. Ну, я начал с того, что да, вот я использую вот эту систему пятна и линий одновременно. Я могу сделать очень качественный рисунок, ничем не хуже Андреаки, акварель. Так называемую, то есть нарисовать, вырисовывать этот самый контуры, срисовать их с фотографии или там долго-долго-долго с натуры, ну, чтобы все детали прорисовать, это же надо сидеть, это долго срисовывать. Ну и зачем сидеть? Возьми фотографию, да срисовывай с нее в конце концов. Если твоя задача получить продукт, такой, как делал Андреяка, а именно продукт акварельной живописи для удовольствия зрителей, которые приходили там и млели от того, ах, как это все прорисовано, ах, как это похоже на фото, на, как в жизни говорят. Вот они. А для меня моя парадигма искусства совсем в другом. Ну, дальше послушайте и поймете, о чем речь. Добрый вечер. Здрасте. А можно посмотреть? Да вы уже смотрите, так я ж не запрещаю. Да, у нас такая привычка, спрашивают, когда уже подходит, да? Ну, в общем-то, конечно, есть в этом деликатность, я согласен. Иногда раздражает, смотря как подходит. Вы для себя с натурой, ну, как бы с натурой рисуете картину, да? Ну, вопрос риторический, а как это еще и назвать? По памяти, что ли? А что тут красивого, объясните мне? Я должен знать, где здесь красота. В чем красота? Да вот другая мама подходит с девочкой и объясняет. Смотри, как художник аккуратно рисует. Я говорю, где вы увидели, что я аккуратно рисую? Знаете, я немножечко пробовала акварелью писать. Я вижу, как у вас удивительно красиво получается. Вот. Я вижу в этом красоту. Так, это очень хорошо. Мне это нравится, что вы видите. То есть это не просто с потолка пустая фраза. Я согласен. Я с уважением отношусь к вашему творчеству и труду. Ёлки-палки. Я хочу, чтобы вы мне сформулировали, чтобы я понял. Сформулировала. Во-первых, мне очень нравится ваша цветовая гамма. Во-вторых, вот это сочетание четких линий и акварели
Да-да-да, продолжайте, продолжайте, все правильно. Я вам просто подскажу. Вот этих фонов размытых, это настолько завораживает, не знаю, я просто так очень люблю. Но, может, не очень объясняю. Ну, надо объяснять. Дело в том, что, вот понимаете, я очень многих спрашиваю, очень многие не могут объяснить. Они говорят, красиво, но объяснить не могут. Я говорю, ну как же вот тогда вот. Как же тогда мне-то вам поверить? Что это красиво, да? Это красиво, да. Я говорю, а еще хуже, когда, говорю, я преподаю, да, и мне надо научить студента, в общем-то, тоже делать красиво. Я же ему должен это объяснить. Я говорю, вот, так, а вы когда говорите слово «красиво», вы как бы вот за него отвечаете? Ну вот вы отвечаете, спасибо. Вы одна из немногих, между прочим. Большинство, знаете, что отвечают? Стандартно. Ну, красиво, потому что мне нравится. Ну, это же тоже правда. Ну, может быть. А тогда я спрашиваю, а почему тебе это нравится? Почему нравится, да. Да. Он да, тоже да. Не может объяснить. Ну, потому что красиво, говорит. Логическая парадигма, да? И все, на этом разговор о красоте заканчивается. Я понимаю, что либо меня обманывают, либо ценитель красоты, как бы он не стоит внимания. Потому что, ну, как я могу ценить и разговаривать о красоте с человеком, который не знает, что такое красиво, правда? Угу. Так что вот все это вот очень интересно. И знаю, вообще... какой-то большой труд, чтобы даже просто сделать фон. Ну, давайте трудом, это не будем, это удовольствие. Это удовольствие, да-да-да. Это вот в лучшем тут в такая... смысле, когда, я вам... когда творчество, да, это и в удовольствие, и это еще является... А теперь мы с вами вообще поднимемся на вершину искусства знания, или, точнее сказать, творчества знания, если мы с вами еще ответим на вопрос... А зачем это все делается? Выражение чувств. Так, ощущение один вариант. Того, что ты видишь. Один вариант. Еще варианты есть? Показывать внутреннее. Удовольствие. Кстати, разницу чувствуешь между словом удовольствие и удовлетворение? Есть. Вот. Удовольствие – это ложное качество, которое привили нам, как я говорю, либерасты, потому что они считают, что искусство должно приносить удовольствие. Нет. Искусство должно, в общем-то, и у самого художника должно приносить удовлетворение. Вообще, не для слово радость? Радость, ну, это немножко другое. Мы сейчас говорим все-таки об удовольствии и удовлетворении. Удовлетворение. Да, так вот, уд – это вообще-то это то, чем творят детей, в частности. Вот, да. Поэтому уда – это вольствие, это отпустить уд на волю. И получать только непонятно что. Ничего не получать, только волю. Вот на волю отпущены. А удовлетворение – это создание чего-то, это, творение. Это довести дело до конца, то, что ты решил сделать. В общем-то, да нет. Ну, я имела в виду, что... А теперь вопрос еще интересный. Mm-hmm. А почему я это решил сделать? Это что, каприз мой? Я думаю, нет. Вот опять. Да. Ну, слава богу, не удовольствие. Нет, удовлетворение. Удовлетворение. Но тут вопрос в том, почему. Так вот вы в корне слова-то и находится ответ. Творень, творить. Творить. Что вы творите? Теперь вопрос. А зачем творить? Здрасте. Ой, я тоже вас сниму, давайте. Мне тоже нравится. Когда меня снимают, давайте я вас сниму. Потому что он будет справедливо, да? I can understand. Хорошо? Вот, да, okay. Вот, да. He says that, okay, if you make photo, then I'll do it like you. In Russian, баш на баш. Да. Да. Люди сразу понимают, что они что-то не то делают, когда тайком снимают. Так вот, ну все равно, даже... Цель удовлетворения, она тоже какая-то зацикленная сама на себя. Слушайте, это здесь много. Здесь и передача удовлетворения, своего видения, передача красоты, видения. Знаете, и потомкам. Я, знаете, я студентов обычно спрашиваю, когда... Запечатлеть? Я им задаю вопрос, зачем, я говорю, вы пришли на художников, там, например, учиться. И цель-то какая? И мне перечисляют, кстати, все, но в основном цели, около 10 примерно таких целей называют. И ни одна, естественно, ни один не может ответить, потому что он бы не пришел учиться, да? Поэтому они знают. Отвечают обычно вот то самое. Удовольствие, удовлетворение, запечатлеть, передать, продать. Что там еще? Вот такие стандартные. А показать момент. Показать момент, давайте так. Еще. Если показать момент, а если показать... Вот смотрите. Должна быть идея. Идея, ну, уже ближе, потому что, они да. Идея, мы не сказали продать. Нет, продать, мне кажется, продать это нет. Нет, это нет. Тут весь... Почему? Это в общем-то, нормально, почему нет? Нет, ненормально, это совершенно нет. Нет, продать это не то. Совсем не то. Это не то. Понимаете, давайте пойдем от слова творить, творец. Вот у нас... Мы созданы по образу и подобию Божьему, как это самое нам древнееврейская мифология утверждает.
Вот, я согласен с этим. То есть мы по образу и подобию созданы, то есть мы творцы. По-русски Бог это творец, правильно, да? Творец. Значит, вот я по образу, я значит, тоже творец, я должен делать то же самое, что создал Бог, и теперь вспоминаем, что Бог создал вот то, что Он создал для того, чтобы продать, что ли? Нет. Для чего Он создал это? Чтобы жизнь продолжалась. Жизнь была. И чтобы она продолжала. Вот вы совершенно правильно говорите, потому что, так вот, задача творчества – это создать. А Бог по каким законам создал вот этот мир, и космос движется, и все, и все, и все. Самый главный закон. А вопрос в том, не скажем. Ну, есть такое. Нет, это не гармония. По законам гармонии создан этот мир. Как только гармония разрушится, мир рухнет. И вот там тут возникает сатанизм, когда, значит, противодействие творчеству – это сатана. Он, то есть Бог из хаоса создал гармонию, а сатана разрушает этот мир и пытается… Ну, это как бы вот схема такая. Вот. И создает хаос. Поэтому, когда мы создаем гармонию, то мы следуем своему чему? Призванию. Творческому, мы своему божественному призванию следуем. И каждый человек, в каждом человеке заложено это призвание. И самое, уже не интересно. Вот самое интересное это, как, когда говорят про красоту, это общечеловеческое понимание, оно необъяснимое. А более такое правильное выражение, красота создает, это законы гармонии, соблюдение законов гармонии. Вот если гармония соблюдается, появляется красота. Тогда, получается, гармония должна быть во всем. Ну как, она должна быть. Стремиться к ней. Да, но нет, видите, там самое интересное в том, что гармония еще такая хитрая штука, что, оказывается, если все будет хорошо, то это уже не гармония. Гармония – это равновесие плохого и хорошего, черного и белого. То же самое, что и получается. Если у тебя приходит плюс, ну, чтобы была гармония, приходит минус. Но это должно быть уравновешение сил. Короче, вот и весь смысл вообще работы, рисования и жизни человека – это путь между гармонией и хаосом. И все время, и каждый выбирает на этом пути свое направление. Или к гармонии, или к разрушению. Он пойдет, будет плясать и водку жрать, да, и еще что-нибудь. Вот он идет в ту сторону. А мы идем к эту. Я сажусь и создаю гармонию. Вот если я ее создал, и мне без разницы, будут ее покупать, не будут. Я выполнил свою вот перед папой, перед своим отцом нашим. Но получается тоже интересно, если к этому подвести, выбрали именно этот момент, да? И значит, ты что-то тоже проживаешь этот момент. И самое-то интересное, глядя на эту картину, ты ведь не только видишь картину, ты можешь увидеть то, что там могло произойти, как с исторической ну точки это зрения. Нет, это уже ваше, как бы, это вовлечение, это сотворчество называется. Вот поэтому недосказанность, которую я здесь сознательно делаю, это и есть вовлечение человека в сотворчество. Сотворчество. Понимаете? И это как вот музыку мы когда слушаем, мы все время как бы опережаем и думаем, а что там дальше произойдет, потому что мы как бы вот... И вот если композитор так вот, гармония, вот это мы в эту гармонию попадаем, он нас гармонизирует этой музыкой, и мы ее слушаем, и мы получаем удовлетворение, потому что мы творим вместе с ним своим предвкушением. Предвкушение. Вот и таким образом человек, который даже не умеет это делать, но как бы вот соучаствующий в этом, он становится соавтором, вольно-невольно. Чем плох, например, современный там реализм или фотография, почему я не считаю искусством вообще? Потому что она нам дает готовый продукт. Все. Это продукт потребления. В том числе и реализм. Человек подошел, там уже все нарисовано. А вот соучаствовать в процессе и как бы чувствовать, где начало, где конец, увидеть динамику рисунка. Знаете, самое интересное? Когда рисунки делает взрослый человек, вот, допустим, да? А когда делает маленький, вот, допустим, я занималась, у меня был возраст от полутора до трех лет. Это когда они даже еще кисточку боятся иногда делать, брать. А потом ты подводишь, и они просто начинают вот даже листок по частям закраживать, а потом делать. И они потом начинают это объяснять, даже 2,5 года, они начинают уже объяснять, рассказывать. И вот этот вот есть такой процесс, что у них развитие мощное очень идет вот своего видения, каких-то чувств, ощущений. Вот в этот момент главное его не сказать, что кошку надо рисовать так, а собаку надо рисовать. А ни я никогда... Нет, это я вообще говорю. Да. А я правда, в мои занятия, кстати, с этим и были связаны, что нельзя интерпретировать. Это их чувства, их ощущения. Но самое интересное, как у меня родители говорили, а чему вы их учите? Что, рисовать? Я говорю, нет, я не художник, я не учу рисовать. Я учу чувствовать, чтобы они развивались. Чтобы они развивали свои чувства и ощущения. Именно свои. А то, что мы интерпретации делаем, это уже наши ощущения. Ну, я бы сказал, что, конечно, вот очень сложно детей учить, потому что их точно надо учить по двум направлениям – душа и тело. То есть вот мастерство и
вдохновения, да? Да. Их надо. Я бы, например, ну как, я долгие уроки не веду, да, а я бы все равно один день бы мы баловались вот так вот, второй бы день мы жестко-жестко познавали ремесло. Один, ну, как в музыке, гаммы, а где-то дать возможность вот просто сидеть и играть. И ни в коем случае, а мне не нравится современная школа художественная тем, что они только приходят и рисуют горшки, и рисуют перспективы, и рисуют правильно. Как только возникает вопрос, правильно или неправильно, на этом заканчивается как бы это. Вот как эту меру выдержать, а ее надо обязательно, потому что безграмотный художник же ведь тоже не выдержит. Ну, это смотря, наверное, спасибо, чего ты хочешь все-таки, какой цели достичь. Если ты учишь их именно как картины рисовать... Цели две. Да. Либо живот, либо душа. Да. То есть, либо ты пойдешь зарабатывать, либо... и тогда надо тебя учить ремесло, и когда надо зарабатывать. Да. Но зарабатывать с помощью искусства, это вообще-то очень стрёмно. Это как все равно зарабатывать с помощью веры в Бога, да? Духовность. Поэтому мы не должны на этом зарабатывать, а зарабатывать надо конкретным делом, там, этим, там, шашлыки делать, или преподавать, по крайней мере. Дело в том, что преподавать, но я пока преподавание. Почему, например, когда я с детьми стала заниматься, я выделила такое, что я так как с детства рисую, меня никто не учил этому. Я чувствую, как я чувствую и ощущаю. А детей взяла заниматься, потому что я взяла и комплексное занятие, потому что мое образование – это логопедия, а психолог – это арт-терапия. Я совместила, потому что, да, и оно получается очень интересно. А скажите честно, можно у вас вообще телефон взять и пообщаться? Спасибо вам огромное за эту чудесную беседу. Не то, что по телефону, вы можете со мной в интернете общаться. Можно? Жалко только, что там этот YouTube прикрыли. У меня в YouTube в основном все. Но сейчас есть и в Телеграме. А вы часто здесь бываете? А можно тоже у вас? Я редко здесь бываю. Да? Я здесь... Не знаю, я скоро уеду вообще, наверное. Куда я вы же, хотите? Я из Иркутска. Из Иркутска? Да. Вы скоро уедете? В Питер. Питер? Да. Он у меня племянница из Питера. А мы с дочкой. Вот я там буду через неделю. Спасибо. Буду счастлива. Вот ваша благодарность — подписаться и писать комментарий. Благодарю вас от всей души. Вы просто такие вещи таким простым языком объяснили, удивительно. Ну, у меня 2500 роликов, видео в YouTube лежит. Но туда сейчас трудно зайти, поэтому я сейчас переместился в Телеграм. В Телеграм, да. Понятно все. Хорошего вечера. До свидания. Спасибо огромное. А мне, знаете, почему для этого важно? Потому что вот как раз я так и творю. Когда садишься и творишь. Но я не училась. Ну, все-таки учеба бы не помешала, хотя есть опасность, что она... А вообще-то может и помешать. Об этом мне знаете, кто сказал? Об этом мне сказал один художник. Она говорит, свое видение, Лена, это дорогого стоит. Видите, в чем дело? К сожалению, вот под этим вот мнением, под этой парадигмой часто скрывают люди графоманство. Ведь знаете, тоже такое ситуация. Тоже есть, да? И тут очень трудно как бы вот эту разницу почувствовать между свободой, короче, между удовольствием и удовлетворением. Вот. Очень трудно почувствовать. И как? Потому что безграмотный рисунок тоже ничего хорошего в этом нет. Ведь мы только что говорили про гармонию, да? Да. А гармония – это жесткие законы, правильные. Какая не есть, но правильность. Вот как соединить правильность? Я рисую то, что я чувствую. Ну, понятно. Да, ну да, он у вас, как бы сказать, не... нормально, мне нравится. Я могу объяснить, но это долго сейчас объяснять. Он искренний. Вот еще вам одна подсказка такая, которая вам пригодится. Мне очень нравится, когда Чехова спросили, ну или кого-то там спрашивали, как вообще смысл и суть искусства и вообще творчество и всего этого выразить одним словом. Ну вот в чем заключается суть искусства, без чего оно вообще не существует никак. То есть оно существует без мастерства. Ну вот начали называть там мастерство. Ну есть искусство без мастерства. Начали называть там это, есть без этого. Это интересно. Вот я сейчас вас к этому подвожу. Да. Сейчас это вы поймете. Моя система. Пусть это будет система, вы сейчас поймете, я как раз об этом сейчас вам и говорю. А к этому я пару пририсовала все-таки, еще попугай эту, приклеила листок. Короче, у вас есть главное, что сказал Чехов, да? Искусство, вот самое главное, вот единственным словом, единственное, квинтэссенция, да? Угу. Как вы думаете, что? Ну-ка, отгадайте. Как одним словом смысл искусства? Вот, смысл без чего оно не существует вообще? Без души? Душа – это непонятно. Нет, это не то. Но. Ну, что-то я понимаю, но не знаю. Искренность. Искренность. Вот понимаете? Искренность. Вот у вас она есть.
явное, да, там, в ваших работах я видел. Искренность? Да. Вы это делаете искренне, и это главное. Там нет великого мастерства, не надо. Там нету каких-то там сверх идей, там, и там то, что говорят душа, душа, образ, образ. Нет, это пустые слова. Их очень трудно понять, потрогать, определить, доказать, поэтому я их предлагаю не использовать. Эти слова. А искренность – это то, что ты видишь, что и рисуешь, что ты ощущаешь? Ну, наверное, можно сформулировать и слово «искренность». Другое дело, что, ну да, но и надо в этимологию слова русского залезть, искреннее. Искореннее что-то. Искореннее. Да, вот что-то такое. Ну, мы понимаем. Я сейчас думаю, не надо нам переводить. Мы понимаем. Что это такое? Что это такое? Ну, ладно, а то меня уже матерят, пошла я. До свидания. До свидания. Я рада была познакомиться, потому что я давно искала... с кем на эту тему поговорить. Для меня это очень важно. Хорошо. А когда я занималась 2 года с детьми, я как раз по поводу вот о чем мы говорили, да, что чувство без интерпретаций, и для меня это было интересно. Это я, но сейчас, так как ты все-таки, я хочу дальше заниматься, не просит еще, чтобы я методику написала, а я все думаю, как это сделать, потому что у меня был подход к ребенку. Вот сидишь и начинаешь творить. Я не готовилась ни к одному занятию. А чисто через ощущение ты сидишь. А вы не боялись, что вы что-нибудь испортите в ребенке? Нет. Потому что у меня направленность не рисование, у меня было развитие речи на речь. Это соединялось все вместе. Кстати говоря, очень интересная тема соединение с языком, с речью, потому что это вообще важнейшее. Вначале было слово, слово да? Да. Но самое интересное, вы знаете, вот вам тоже может быть, ведь это русский перевод, перевод на русский язык. Ну да. Библии, правильно? Да. А она была переведена с греческого. Угу. Изначально это было написано на древнееврейском каком-то там, да? Вот, так вот, вас опять заждали? Ну, я сейчас вам самое главное скажу. Вначале было слово, это неправильный перевод, это перевод с греческого на русский. Угу. И в русской интерпретации это звучит очень ограниченно. Потому что по-гречески это звучит как... А там, помните, как вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Да. В принципе, ничего не понятно так разобраться-то. Ну, да. А по-гречески звучит, вначале был логос, и логос был у Бога, и Бог есть логос. Логос – это гораздо шире, правильно? Да, согласна. Во. Поняла. Вот это и надо было мне услышать. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну что, делаем вывод, что московские зрители, ну я не знаю, московские они или не московские, но, по крайней мере, из цивилизованной России, в отличие от нашего города, гораздо чаще, и вразумительнее отвечают на мои вопросы, да? Согласитесь. Ладно, они сейчас шашлычки, так что у меня еще 5 минут есть. А я все сказал? Я знаю. Что еще сказать? Я просто имела в виду, что как раз, наверное, может, я хотела так рассказать. Я когда 2 года занималась детьми, у меня правда был вопрос, а правильно ли я делаю? Постоянно причем. Причем я к себе очень строга. Но в плане того, что для меня не навредить, это самое главное в своей жизни. Но я воспитатель с 10-летним стажем работы. Я ушла в педагогику. А сейчас выбрала арт-терапию и решила на магистратуру по арт-терапии идти. Ну, как раз по ощущениям, по всем, как бы... Это немножко другое, это не то, что рисовать картины, да? Да, вот. Я догадываюсь. Это другое все. Но самое главное, у меня мечта создать душевное творчество. Это когда ты соединяешь рисунок, музыку, танцы. Это то, что человек может проявить себя через творчество. Гармонию. Вот, заменяйте слово, гармония. И все становится на свои места. Вот это я как раз и все думала, найти правильное слово к этому. Нет, это просто... Более того, меня когда спрашивают там, я говорю, обратите внимание, вот, короче говоря, я когда пришел в институт на первый курс учиться, это было в 73-м году, то нам этот старый-старый еще профессор сказал, все, вот вы пришли учиться на... Я архитектор по образованию. Вот, вы пришли на архитекторов учиться, а это было по искусствоведению, может быть, занятие или что, я не помню. Он говорит, вот запрещаю, ввожу табу на слово «красота».
Вы не должны произносить это. Вы, говорит, профессионалы. Красота могут произносить только, ну, вот обыватели. А вы, будущие профессионалы, вы будете эту красоту создавать, и вам надо будет уметь отвечать вообще, что такое красота. Значит, получается, надо правильно всегда искать правильные слова. Да. Правильно? Правильно, потому что правильные второй мой слова. Урок, самый главный, который был, он был на лекции по философии. На первой лекции по философии нам старый философ сказал, вот прежде чем мы с вами начнем говорить, мы должны договориться о дефинициях, то есть какое слово что обозначает. Что обозначает. Пока мы не договоримся о нашем общем словаре, разговор бесполезный. Поэтому в начале было слово. Надо начинать со слова. И поэтому я очень легко отвечаю на любые вопросы. Достаточно в это слово чуть-чуть вот вникнуть, в его этимологию. Либо это русское, либо оно даже не русское, но тоже все равно потом понятно. То же самое искусство. Что такое искусство? Вот смотрите. Искус, корень. Искусство. Это же, вот у нас понятие искусства, оно духовное, искушение. Мы все время находимся в искушении. В каком искушении? Творчество. А там корень вор, да? Вор. Ну, твор или вор? Одно из двух. Можно и вор. Можно вот кто-то хочет вор прочитать. И вот поэтому ты находишься... Я даже не задумывалась. Вот. А дело в том, что и человек все равно... Вот, а искусство твое, искус твой. Вот. И мы все время находимся в искушении или украсть у Бога, или создать. Мы все время находимся в искушении встать с ним вровень. У меня почему-то это шло, и вот это вышло чуточку по-другому. И у меня идет как проводник, что ты проводишь это. Проводишь через себя то, что ты чувствуешь. Дело в том, что я с рождения сильный образник. И то, что я вижу вот здесь, а внутри... Я не буду говорить. Я там дома строю. Ну, я все вижу, там полностью. Видите, вы сейчас говорите про себя, про внутренность. Ну, про внутренность, а, да. А мы должны быть, творческие люди, должны быть наружу обращены. Мы должны творить, вот. а не с собой а возиться. Вот это, это сейчас и выходит, что я ушла от этого и перехожу на то, что сейчас есть. Иначе говоря, я это называю гармонизация и самогармонизация. Ведь гармонизирую этот мир. Вот этот лист, я его создаю гармонию, да? Да. Я тем самым, вот вам шар-терапия здесь и начинается. То есть, создавая гармонию, если я ее создал, человек подходит, он в нее проникает чувственно, он не понимая. Он понимает эту гармонию, это как в музыке, он ложится на эту волну, да. И вместе с этой волной либо плакать начинает, либо плясать, да. Либо пойдет... Но бывает еще и другой, когда и отрицательный какой-то момент. Это вот тоже сатанизм. Да. Но если эта музыка вызывает желание пойти и убить, вот да. Тогда да, это другое. Нет, я о другом. Я имела в виду, что у него может реакция как... поплакать или погрустить. Я про это имела в виду. Но что... это зависит от того, как музыка построена, как гармония сделана. Вот. И это зависит от таланта композитора. Тоже вот он... верно. Но когда ты с маленькими детьми занимаешься вообще, вот, это очень важно как раз. Но это вообще пошло мне как педагог, да, что ты не можешь делать, короче говоря, это такая на самом деле серьезная игра. Вот именно. Вот этого. Я бы не взялся. Это очень сложно. Но когда я 2 года вот работала, и сейчас вот, я просто в центре работала у женщины, она очень серьезная, учила детей вот именно разговаривать. Вся работа была построена на то, чтобы они говорить начали, дети такие приходили. И когда я стала этим заниматься, она сейчас говорит: Лена, представляешь, то, что ты делала, у детей начинает разворачиваться. Она говорит, то, что ты делала, это останется на всю жизнь. Да. То, что видно прогресс вот этих работ. Хотя было такое, что они со мной творили, а дома они просто черкали и не рисовали. А сейчас у них уже начинает, на другой переходить. Вот это очень важно. Это получается, это очень болезненно. Особенно, когда, допустим, родители приходили и говорили, что как так? Он у вас рисует с вами картины, допустим, да, то, что даже в 3 года ребенок не нужен. А дома он черкает. А я им объясняю, я говорю, поймите, вот мы когда сидели с ребенком, мы творим, вот он выбирает, как я шла от чего. Вот выбрал он животное какое нарисовать, к примеру, да? Мы рисуем. Выбрал, что он такой цвет будет, он проживает этот цвет. Я говорю, понимаете, что он со мной проживал вот это все. И я даже хочу сказать, что здесь работа 50/50, потому что что и ребенок, и свое ощущение, оно все равно включалось, это в любом случае. Вот для меня это, по крайней мере, очень важно. Все это так непросто на самом деле. Я даже не помню, там же были...
Вот как-то так. Ну ладно, рада была с вами очень познакомиться. Ну, вот нашу беседу выложим. Всем будет интересно, ладно? Ну да. Ну там же как бы лиц нету, ничего нету. Просто я когда рисую, я снимаю, и все, что я говорю, я показываю людям. Людям это интересно. Но мы же правильную тему задаем. Безусловно, конечно. В том-то и интересно. Причем самое-то интересное, когда я занималась, и вот родители, когда приходили, тоже спрашивали, да, а чем вы занимаетесь? Вы учите рисовать? Я говорю, вы поймите, вот даже ребенок возьми 2,5 года, что значит я учу его рисовать? Чтобы научиться рисовать, это на самом деле надо очень много лет этим заниматься, чтобы потом даже становиться художником. Тут шел другой процесс. Развитие вообще всего, мне кажется. И внимание. Гармонизация ребенка. Ребенка. Да. Да. И это, вот тут как раз хорошо подвязываются и танцы, и песни. И песни. И самое-то главное, что гармонизируется, ну как у нас любят слово новое, да? Левое и правое полушарие все сгармонизировать. В общем. Но ведь это так и есть. Да. И сейчас отрицают вообще, но я верю. Пусть даже если это не такая физиология, как правое и левое, но то, что есть душа и тело, это безусловно. Да. Как бы, ну, мне, да, мне проще оперировать со словами правое и левое полушарие. Я не знаю, как. А мне еще, знаете, что нравилось? Давайте. Что? Вас фотографируют? Нет, меня вас. Не надо. А меня надо? Да просто. Ну, я просто. О. Все. А самое интересное, когда ты творишь, вот у тебя 45 минут, и ты в этот момент ты красками рисуешь, у тебя и пластилин, ты и лепишь, потом где-то и в песочке, еще и домики построишь. И мои занятия были вот на это построены. Чтобы чем больше материалов, тем было интереснее, скажем так. Ну, это уже то, к чему ведь тянет. Так что вот ваша тема, она, конечно, интересная очень, но вы понимаете, что вот ее полностью как бы поднять, надо, в общем-то, и музыкантом быть, и танцором, наверное. Дело в том, что я танцую и пою. У меня в этом плане как-то вот с детства интуитивно все это идет. А сейчас у меня 2 флейты, но я хочу гитару брать. Мне хочется музыку. Я ее слышу. Самое интересное, я стихи плохо запоминаю. Я больше музыку легче запомнить, чем слова. А тут на гуслях пробовала играть. Так здорово, интуитивно играть на гуслях, когда ты начинаешь пальцами перебирать, и у тебя получается мелодия. Я просто когда родилась, у меня папа играл, он не учился на музыканта, но он играл на... У него, по-моему, баян все-таки был. И когда я маленькая была, нас садили в кроватку, он как с нами водился, садил и начинал нам играть музыку. Так что, по сути, я родилась с музыкой. И все творчество, кстати, с папой немножко связано. А пели у нас в семье все песни. Когда собиралось много в семье людей, там праздники, все, такая мощная традиция была. И у нас всегда пели казачьи, русские народные. Так что у нас это как-то... А вот рисовать я одна, у нас в семье нет художников. Ну, вот так вот. Любитель поговорить, порисовать и попить. Вот и тут самое вот сложное – не испортить. Это точно. Но когда много всего, тоже тяжело, хочу сказать. Ну, хорошо помогает трудотерапия, как я называю. Когда ты руками работаешь. Физический труд называется. Ну ладно, рада была с вами познакомиться. До свидания. Всего доброго.